Украинский солдат погиб в районе Водяного после вражеского обстрела. Боевики ведут огонь и днем, и ночью на Авдеевском плацдарме. Применяют гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Больше расскажет Руслан Смещук. Авдеевская промзона, или промка, как ее называют наши военные, одна из самых горячих точек на фронте. Здесь земля или изуродована воронками, или нашпигована шрапнелью и остатками вражеских снарядов разного калибра. В момент нашего прибытия тут тихо. До этого прилетали крупнокалиберные мины боевиков. 120 прилетали, 82-м за скелетом падали. Ну, так, такого перемирия нема. Воги. 82-й, 120-й работает. Десь там чуть было танки. Переходим в укрытие. Тут даже без бронежилета входить можно. Хотя лучше не расслабляться. Боевики периодически подходят совсем вплотную. Бывает, это нагліють, может підійти аж к приту. Ну так, ефект неожиданности, что может, знаете, как не стреляют, там бывает, что такое, зроблять передышечку. И пробуют ризикнути. Степан на войне уже третий год и только что вернулся из госпиталя. Долго отлеживаться не захотел, показывает гордость подразделения. Это аналог боевого прапора первого батальона. Тут уточняется, что именно это из какой роты, из какого взвода. Чисто для нас, чтобы, ну, не знаю, как для меня, он трошки поднимает как боевые настроения. На вопрос, как живете, когда не воюете, бойцы отвечают по-военному лаконично. Как он меня варит борщ, кашу, все нормально. Ема нормально, пима нормально, все нормально. А вот Александр отвечает на другой, интересующий многих вопрос. Я вам скажу одне. Коли противник уже наносит такий нам, сказати, вогневий удар, що на нього треба відповідати, ми доповідаємо наверх, керівництво нам дає добро, і ми дозволеним мінським озброєнням наносимо в кілька разів більше ураження противнику, чим він забороненими. Вскоре нас вивозят из промки. Лишнее движение и перемещение гражданских с позиции на позицию могут спровоцировать очередной обстрел боевиков. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.